В последнее время подсел на такую тему, как изготовление микроколебалок. Раньше как-то и не задавался, в принципе, этой темой, этим вопросом. Ловил на колебалке классических размеров, ну там не на очень крупной тоже, но вот конкретно такие приманки вообще не использовал. В последнее же время вот очень меня заинтересовали данные приманки, и в связи с тем, что достать в продаже такие колебалки просто невозможно, вот конкретно вот таких размеров. Есть, конечно, там чуть более крупные, и в принципе их разнообразие большое, но там и цены достаточно приличные, и сама технология изготовления колебалок, в принципе, позволяет спокойно изготовить приманку самому. Это занимает совсем немного времени, а конечный результат, в принципе, ничем не хуже, чем у хороших производителей, которые предлагают данные приманки на рынок. И вот в этом видео хочу снять еще одну новую идейку, одну новую, можно сказать, разработку на тему наноколебалок. Вот эти данные, две колебалочки, имеют размер всего лишь 2,4 сантиметра. Одна вот изготовлена из чуть более тонкого металла, другая чуть более толстая, чуть более тяжелая. Также вот оснастил одну крупным одинарником, вторая с тройничком. Это как бы тоже вот тестовые образцы, и в принципе показали себя очень неплохо в игре. Сейчас я вот продемонстрирую. Начнем вот с этой, которая полегче. Она оснащена вот одинарным крючком, это косодака. И на крючке вот бусина, которая выполняет в принципе две функции. Во-первых, наиболее важное это то, что она уменьшает парусность данной приманки и придает ей более высокочастотную игру. Ну и второе, это создание точки атаки. Ну, в принципе, такие маленькие приманки сами по себе выступают как одна большая точка атаки. Сейчас посмотрим на проводку. Вот у меня есть немножко воды налито. Вот какая живая, трепещущая, активная игра данных приманок. Я думаю, что даже многие фирменные приманки более крупных размеров позавидовали бы игре данной приманки. А изготовить очень просто, буквально занимает 20-30 минут, с учетом того, что приманка маленькая, и все-таки сделать ей выгиб достаточно проблематично. Тут приходится поработать. А вот внешний вид, в принципе, достаточно простой. Слабо выраженный S-образный изгиб, небольшая вогнутость, и, в принципе, это вся геометрия данной приманки. Очень простая, но в то же время, вот, как видели, вполне рабочая. Сейчас посмотрим вариант, который чуть потяжелее. Вот более тяжелый вариант. Сделаны они по одному шаблону. Здесь чуть более узкая передняя часть, чуть больше сточил, чтобы сделать более высокую амплитуду колебаний при большем весе по сравнению с предыдущей приманкой. И вот также на тройничке, здесь стоит тройник ВМС, и на нем гембрик, чтобы немножко снизить амплитуду колебаний данной приманки и сделать ее более высокочастотной. Вот посмотрим теперь на нее. Опускаем воду. Вот она моментально включается в работу. Вся та же очень быстрая трепещущая игра. Ну, конечно, тут ванной простора не хватает, чтобы досконально показать игру этой приманки, но вот все равно можно увидеть. Причем колебания такие прям передаются в руку. Вот у меня удочка вот такого плана здесь. Это зимний удильник для плесней с графитовым
шестиком, и через него прямо резонирует в руку колебания данной блесны, и буквально кажется, как будто ведешь воблер-крэнк. Ну что ж, вот такие вот колебалки вот такого плана. Очень компактные, в то же время достаточно неплохой вес имеют. Я вот не взвешивал пока, ну примерно могу сказать, вот это в пределах грамма, чуть побольше, а так, что потяжелее, где-то, наверное, грамма полтора или даже чуть тоже больше. Материал нержавейка. Возможны варианты и с другими металлами. Попробую сделать потом цветные, медные, латунные, чтобы разнообразить не только формы, но и цветовую гамму. Также можно покрасить в любой цвет лаком или акриловыми красками и потом лаком закрепить. Сделать очень просто, а в итоге вот такие вот неплохие приманочки. На этом все. Спасибо за внимание.